Начнем с главной спортивной новости. Поклонники хоккея дождались старта чемпионата континентальной лиги. Новосибирцы начнут его домашним матчем со столичным «Спартаком». А сегодня команда обсуждала планы и задачи на новый сезон с руководством области. Перед началом сезона новичкам вручают игровые свитера. В этом году состав нападающих обновился практически на 90%. В команду вернулся Йонас Энлунд, лучший бомбардир Сибири. На встрече с губернатором, который является главой попечительского совета клуба, перед игроками и тренерским штабом поставили задачу выйти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Это станет лучшим подарком для фанатов Сибири. Напомню, клубу болельщиков в этом году исполняется 55. Вот такую задачу нам предстоит решать. Она посильна, поверьте, она всегда была посильна. Напоминаю, 15-16 год сезон, когда бронзовые медали, да, мы завоевали. Все по плечу. Вот. Поэтому трудности, без трудностей ничего не бывает. Их надо уметь преодолевать, стиснув зубы, и опять в соответствии за команду. Вот я бы просил вас о таком настрое.